Уважаемые земляки, сегодня мы отмечаем главный государственный праздник – День России. Славная история и многовековые традиции прочно связывают поколение граждан нашей красивой большой страны. Россия в очередной раз вынуждена доказывать, что способна противостоять любым угрозам. И успешно это делает благодаря сплоченности общества. Ростовская область, которую отмечает в этом году свое 85-летие, вносит достойный вклад в общее дело. Укрепляет социально-экономический потенциал, протягивает руку помощи братскому народу, созидательно трудится. Наша многонациональная область была и остается кормилицей и защитницей страны. Друзья, давайте любить Родину, наш Донской край, пахать землю, сеять хлеб, строить дома, заводы и растить детей. Делать все, чтобы передать будущим поколениям родную землю еще более сильной и благополучной. С праздником вас, уважаемые земляки! С Днем России!